Песня как девственница, не про нежную девицу, которая встретила хорошего парня. Про эту песня настоящая хандра, и спорить тут не о чем. Какая еще настоящая хандра? Ты не слышал настоящую хандру? Слушайте, парни, я за попсой не слежу, но я слышал про хандру. А я не говорю, что я не слышал, я спрашиваю, о чем она? Вы уж извините, что я не самый большой в мире фанат Мадонны. Лично я могу прожить и без нее. Ранние вещи, типа «Граница», мне нравились. Но когда она погнала песни типа «Папа, не учи меня жить», я слушать перестал. Парни, вы меня с мысли сбиваете. Про что я говорил?